В зале 16 пар – образцов идеальной супружеской жизни. У многих из присутствующих подрастает уже не первый правнук. В числе виновников торжества – чета Николаевых. Борис Петрович и Антонина Васильевна связали себя узами брака 55 лет назад. Он работник на заводе, она педагог. Антонина Васильевна признается, эти 55 лет пролетели как одно мгновение. Оба всегда были заняты любимым делом и сегодня на пенсии не дают себе заскучать. А я после школы тоже не могла себя где-то вот... представить, что я где-то не задействована. Я 18 лет пела в хоре ветеранов, была ведущей программы, занимаюсь до сих пор с детишечками дома, как репетитор. Меня на плаву поддерживают мои ученики. Борис Петрович почти все время пропадает в архивах и библиотеках. Сейчас он занимается составлением книги о памятных местах Суворова в Владимире и досконально изучает древнюю историю Владимирского края. Я определил, что родина индоевропейцев, а точнее индусов, был наш Владимирский край. Вот я топонимикой занимаюсь, а топонимика – это самая верная наука историческая, она не врет. Секрет благополучного брака супруги Николаева как раз и видит в том, что у них просто не хватало времени на ссоры. 1 мая Николаева отметили 55-ю годовщину. Их лично поздравила глава областного центра, которая тоже решила поделиться традициями своей семьи. Конечно, любим готовить борщи и щи. Вот, но обязательно семейная традиция – это засолить капусту на зиму. Вот, такую приличную бочечку мы засаливаем. Вот, и получается очень замечательная капуста, все хвалят. Марафон семейных традиций в регионе завершается 8 июля, в День семьи, любви и верности. Его символ – хрустальный ларец – в эту субботу окажется в Муроме. Ну а сегодня в знак признательности и уважения к парам им были преподнесены памятные подарки. Пары, которые прожили в браке более четверти века, получили также медали за любовь и верность. Светлана Барашко, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».